Вовы рыбы. Маленькие бананчики. Кефир найден не был, но был найден вот такой вот йогурт без сахара. Куча всякой зелени. Куча. И главное, нужно же еще лимончик под текилку, которую Андрей уже начал распивать. Малюсенькие креветочки такие. Маленькие детские креветочки. Это еще какая-то хрень. Что 120 рублей, он, блядь, мальков гора. Побереги мальков, Андрей. И вот какая-то хрень круглая, непонятная. А куда девчонки ушли? Корешки. Волшебные мега-корешки. Выбор богат всевозможными непонятными штуками. Нет, это зеленые манго, Андрей, не сладкие. Ты тогда точно манго никогда не будешь покупать. Это груша. Нет, это груша, Андрей. Брак, гран. Пер, это груша. Груша. Возьми лайма, пошли. Дальше путешествовать. Я уверен, что лимонов здесь почему-то нету. Мечта пивника. Нет, Андрей, мы возьмем лайм, он более подходит. Слушай, вяленые креветки, 120 рублей. Ну это мелкие какие-то, мелко вяленые. Это ж пойдем колбасу вяленую здесь посмотрим, какая она, или мясо. Пойдем. Ну да, не очень что-то, не густо. Всякие вяленые штучки, дрючки, золотинки. Что-то я колбасного отдела не наблюдаю. Говядину там можно, чего уж ты сгущаешь краски. Только на Новый год. Только на старый Новый год. Зато, слава богу, здесь магия есть, лапшичка. Так. Касса нам не сюда, Андрей. Я не знаю. Они, видимо, посчитали ненужным с нами тут тусить. Ну, собственно, дальше уже пошла химия и непонятные штуки в виде химии. Телевизоров, тарелочек, чайничков и прочей хреномании. Вот на этом удивительный репортаж, посвященный супермаркетам в Малайзии, завершаем. Мы... Да, возьми, прокачай себе сабвуфер. Всего-то 4000. Слушай, Андрей, чувствую, что лучше я бы им видео затарюсь техникой, чем в этом удивительном магазине. Спасибо за внимание. До свидания.